о бравых офицерах, передовых инженерах и могучих крейсерах. Впервые в Ульяновске выпустили флотскую энциклопедию. Презентация уникального издания прошла в зале дворянского собрания. Выпуск «Фолианта» приурочен к 60-летию научно-производственного объединения «Марс». Несмотря на то, что Симбирский край не омывают моря, наша история тесно связана с военно-морским флотом. В книге представлена история разработчиков боевой техники, а также хроники офицерских династий. Как оказалось, на нашей земле рубили леса для петровских кораблей. Территориальные рамки энциклопедии охватывают Симбирский уезд, Симбирскую губернию 19 века, ну и, конечно же, современную Ульяновскую область. Информацию собирали по всей стране. В научном труде использовали личные записи и фотографии мореплавателей. Это и архивные документы, это материалы прессы, читали старые газеты, смотрели, вплоть до материалов раскопок археологических. Обращались в музеи, в частности, с нами сотрудничали и музей, Нижегородский музей речного флота. Окончил Нахимовское училище, служил на атомных ракетоносцах. Богатая история капитана первого ранга Вадима Попова также описана в энциклопедии. Все, что не под грифом «секретно», Вадим Анатольевич оставил для потомков. Во время холодной войны США он отрабатывал удары на подводных лодках и военных крейсерах. Далее опыт капитана пригодился на нашем предприятии. В 83-м году я был назначен военное представительство, потом стал военное представительство в «Марс», где именно продолжал контролировать разработку и изготовление техники, которую я и эксплуатировал на флоте. Презентацию посетил Сергей Морозов. Как известно, глава региона служил во флоте. Появление нового научного труда губернатор воспринял трогательно. Объединение подготовило шикарный подарок не только самому коллективу, но и всем нам. И жителям прославленного региона Симбирской Ульяновской области и края, и Российской Федерации. 27 экземпляров книги передали в городские и областные библиотеки. Разработчики, герои и научные сотрудники, все, кто трудились над созданием Симбирско-Ульяновской флотской энциклопедии, получили награды и благодарственные письма от губернатора. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов, Ульправда ТВ.